Луна влияет на все живое на Земле, в том числе и на наше здоровье. В этом видео для вас лунный календарь здоровья и красоты на май. Самые благоприятные даты для разных процедур. Воспользуйтесь ими и живите по Луне. Лечение хронических заболеваний и прием лекарств лучше всего начать в следующие даты: 5, 6, 13, 15, 16 или 21 мая. Хотите пропить курс витаминов или БАДов? Начните в эти даты: 13, 15, 16 или 21 мая. В это время они окажут наибольший эффект. Решились на удаление родинок или бородавок? Сделайте это безболезненно и эффективно 6, 8 или 13 мая. Начало лечения или протезирования зубов лучше всего начинать в следующие даты: 5, 6, 15 мая. Начните процедуру лечения в эти даты, и сама Луна будет помогать вам сохранить красивую улыбку. Хотите похудеть? Начните диеты 1, 2, 18, 21, 22 или 23 мая. Но помните, голодание противопоказано в следующие даты: 3, с 10 по 12, с 15 по 17, 29 и 31 мая. Если решили отказаться от курения или от алкоголя, смело бросайте в эти даты: 1, 2, 11 или 26 мая. Сама Луна будет помогать вам в этом. Массаж лучше всего начинать 1, 2, 5, 6, 13 или 15 мая. Начните курс массажа именно в эти даты, и результат будет прекрасным. Посещение бани или сауны лучше запланировать на следующие даты: 5, 6, 13, 15, 21, 22 или 23 мая. Решились на процедуру очищения кожи? Сделайте это в следующие даты: 1, 2, 28 или 29 мая. Результат вас порадует. Хотите сходить на маникюр или педикюр? Запишитесь на 1, 2, 11, 13 или 21 мая. Это отличные даты лунного календаря. Прокалывание ушей или пирсинг лучше всего провести в следующие даты: 6, 13 или 15 мая. Эпиляцию эффективнее всего делать в такие даты мая: 1, 2, с 8 по 11 или с 28 по 30 мая. Волосы будут тоньше и расти будут гораздо медленнее. Помните, 26 мая пройдет полное лунное затмение. В этот день любые процедуры неблагоприятны, и их лучше перенести на другие даты.
живите по луне и будьте красивы и здоровы.